Никита Камичук, команда Лигкомфорт, с победой, как обычно, поздравляем. Сегодня, как-то, мне кажется, были какие-то лишние эмоции у вас на скамейке. Так ли это? Может, мешало ли это найти? Ну, может, вначале мешало, где-то там капитан наш, Саша Кравля, хотел забить там голы, у него там личные какие-то споры были с кем-то. Вот, ну, потом он забил все-таки эти два гола и уже как-то успокоились. Ну, и соперник вначале как-то подготовился правильно, и они встречали все на своей половине, играли персонально. Даже на первые поймали нас на контратаке, мы пропустили, поэтому было сложно. Потом, как обычно, соперник где-то пропустил 1-2, начинают открываться, и нам становится играть легче. Увлекаешь на ворота выгнали. Это так, его желание, он в последнее время экспериментирует в конце, если счет позволяет, то становится. Хорошо, ну, в принципе, установка на матче выполнена, да, ты доволен? Ну, нам нужен был результат, победа. У нас теперь осталась одна победа, с Real Friends следующая, чтобы завоевать досрочное чемпионство. Поэтому, ну, шаг за шагом идем к этому, к этой цели, да. Финишный. Остался финишный шаг, поэтому как бы настраиваемся на следующую игру, на максимальный результат. Значит, получится обязательно. Спасибо. Покорили кантон, команда Мышеловка. Тош, ну, достаточно, блин, крутая игра. Честно, очень достойно против такого сильного соперника. Я не ожидал, еще тем более распечатали первые ворота. Чего не хватило вот вам на данном этапе? Вот как ты считаешь? Именно сегодня? Да, наверное, не хватило, как бы, наверное, силы не хватило больше. Вот они более опытные игроки. Вот, каждый так индивидуально может обойти. Вот. Ну, мы рассматривали их игры и пытались как бы брать их сильные стороны. Но не получалось. Они на скорости очень хорошо. Ну, у нас сегодня так, усталость. Вот, мало так собрались сегодня, многие не смогли, у кого травмы. Ну, так, в принципе, очень хорошая игра. Я очень рад за свою команду. Вот. Хорошо сегодня бились. Ну, да, проиграли, но ничего. Против таких команд, вот именно против таких, наоборот, больше набираешься опыта, уверенности, и потом выходишь, ты уже как бы нету этого страха, нету там такой дрожи, как было первый раз. То есть наоборот, то есть, вот вышли сегодня довольные, знали, против кого идем играть. То есть, ну, хорошая игра. Достойно, действительно достойно, да. Спасибо большое за интервью. Я думаю, дальше получится обязательно. Спасибо большое.